Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Торжественная церемония чествования деятелей науки Тувы состоялась в Доме народного творчества. Мероприятие было приурочено ко Дню науки. Ежегодно свой профессиональный праздник отечественное научное сообщество отмечает 8 февраля. В праздничном собрании приняли участие все научные организации республики. Тувинский государственный университет, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов сельского хозяйства региона, Национальный музей и другие. Ученых региона с профессиональным праздником поздравил глава Тувы. Уважаемые наши ветераны, здорово, что мы все сегодня собрались здесь. Мне бы хотелось просто передать те переживания или те ожидания, которые в правительстве Тувы есть по отношению к нашим ученым, к вам. Мы понимаем для себя, что живем в очень сложное и серьезное время. Я имею в виду то, что в большинстве своем здесь взрослые люди, мы жили в Советском Союзе, и мы помним, что там, по крайней мере, на завтрашний день мы смотрели с большей какой-то такой уверенностью, потому что казалось, что стабильность, она обеспечена на века. А сейчас время совершенно другое. Другое, прежде всего, потому что обществом движет один из главных законов, это закон конкуренции. Говорят, что этот закон самый основной для того, чтобы вырабатывать качество. Мы живем в конкурентное время, когда за все есть борьба. За инвестиции, за все, что угодно. Но одной из самых конкурентных таких вот площадей, площадок, это борьба за умы. И в этом отношении для нас, для Тувы, это непростая ситуация. Непростая, потому что мы знаем, что в нашем регионе еще многое нужно сделать для того, чтобы быть достойным благополучия народа, благоустройстве наших территорий, городов, сел. Потому что не так и большие зарплаты. И в этом отношении, конечно же, лучшие из лучших и наши дети, которые обучаются в хороших академических вузах, институтах, университетах, тем более, когда они дают хорошие результаты, их уже начинают вести с 3-4 курса, и к окончанию их уже трудоустраивают где-то. Вы представляете нас здесь, в Туве, вот только что мне Татьяна Юрьевна говорила, 366, вы сказали, да, кандидатов наук, и 35 или 6 докторов наук. Представляете, какая большая армия у нас. И в этом отношении, конечно, это честь, с одной стороны. И сегодня будем мы с вами приветствовать новых ученых, которые смогли подтвердить свою степень, свою состоятельность как ученых людей. За большой вклад в развитие науки и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Тыва» присвоено Ларисе Будукол, проректору по учебной работе и качеству Тувинского государственного университета. С 1 февраля начались записи детей в первые классы. Теперь в Туве можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в электронном виде через портал госуслуги. Портал позволяет подать заявление родителям будущих первоклассников, не тратя время в очередях. Как подать электронное заявление через портал госуслуги? Для этого родители должны быть зарегистрированы на портале. Далее нужно выбрать из каталога услуг категорию образования, записать в образовательное учреждение, заполнить все предлагаемые поля, внести все необходимые сведения, а самое главное – выбрать школу и класс. А после того, как все сделано правильно, в течение 7 рабочих дней школа проверит поданные сведения и примет решение о зачислении или отказе в зачислении. Статус заявления нужно отслеживать самим по его номеру на портале госуслуги. Если школа приняла решение о зачислении ребенка, с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.
Республика заявилась в 16 госпрограммах России на сумму почти 10 миллиардов рублей. Это как минимум на 15% больше, чем было в 2018 году. Тува просто обязана отработать свои заявки максимально эффективно. Всем надо помнить, что за каждой цифрой, за каждым пунктом стоят реальные люди. Это не просто реконструкция автодороги Р-257 Енисей или строительство здания Кызыльского городского суда. За каждой программой, за каждой ее буквой стоит качество жизни наших земляков, о котором мы, власти, должны беспокоиться в первую очередь, отметил глава республики. Минздраву нужно защитить 296 миллионов рублей, которые из федерального бюджета в этом году должны пойти на приобретение оборудования для терапевтического корпуса в Кызыле. А Миндортрансу решить все вопросы, связанные с выделением 329 миллионов рублей на реконструкцию коммунального моста в республиканской столице. Не должно быть в стороне Минкультуры, которой надо прыгнуть выше головы, но добиться выделения хотя бы в следующем году 240 миллионов рублей на завершение строительства Дворца молодежи. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 2 копейки, евро 74 рубля 96 копеек. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. Город Кызыл. Последний раз в этом сезоне. С 7 по 9 февраля в Цуме. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. В Туве будут судить педофила. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 56-летнего жителя села Балгазын Тандинского района. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней и убийство малолетней с целью скрыть другое преступление. По версии следствия, 15 мая пьяный мужчина у заброшенного дома увидел 8-летнюю девочку, которая после школы шла домой. Воспользовавшись тем, что поблизости не было взрослых, обещая угостить конфетами, он завел девочку в заброшенный дом, где начал ее душить, чтобы изнасиловать. Девочка потеряла сознание. После всего, осознав, что девочка, придя в сознание, может взрослым обо всем, что произошло, рассказать, мужчина нанес металлическим стержнем множественные удары в грудь ребенка, и она умерла. После совершения преступления мужчина вынес тело девочки на улицу, а сам скрылся от правоохранительных органов в таежной местности. Обвиняемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий через трое суток на чабанской стоянке в местечке Дытыкхем Тисхемского района. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками УФСИН республики пресечена попытка доставки в исправительную колонию номер 1 Кызыла крупной партии наркотических веществ. 4 февраля неизвестные, подъехав к колонии, перебросили через ограждение сверток, который был изъят дежурной сменной учреждения. Самим преступникам удалось скрыться. Во второй половине ночи на пульт дежурного учреждения снова поступил сигнал о совершении переброса через ограждение свертка. Поднятыми по тревоге сотрудниками дежурной смены и караула был не только перехвачен переброшенный сверток, но и задержана машина. Вызванной на место происшествия следственной группой Министерства внутренних дел региона при досмотре задержанного автотранспорта был обнаружен и изъят еще сверток, подготовленный для передачи на территорию учреждения. Результаты экспертизы доказали, что содержимое трех свертков – гашиш, общим весом около 900 граммов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность задержанных к совершению обоих перебросов наркотических средств. В Кызыле прошло военизированное многоборье среди старшеклассников столичных школ, посвященное 30-й годовщине окончания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане. В соревнованиях приняли участие 14 команд. Многоборье проведено департаментом по образованию совместно с военным комиссариатом города Кызыла, Тувинской республиканской общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана», профессиональным образовательным учреждением ДОСАФ региона. Программа соревнований состояла из неполной разборки
сборки, сборки автомата, стрельбы из пневматической винтовки на 10 метров из положения лежа, строевой подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, норматив номер 1, надевание противогаза, респиратора, прыжки в длину с места, комплекса силовых упражнений и военизированного многоборья. По информации Роспотребнадзора, региона на этой неделе увеличилась заболеваемость ОРВИ по городу Кызылу. Зарегистрировано чуть больше 1000 случаев. На прошлой неделе было 600 случаев. 812 случаев зафиксировано у детей от 0 до 14 лет. За неделю госпитализировано 49 больных, из них 20 детей. С января текущего года в Туве зарегистрировано 29 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом. Врачи предупреждают, что при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением. Это может привести к осложнениям. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе следует начать прием противовирусных препаратов для профилактики. По возможности больного гриппом следует изолировать в отдельную комнату. При уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку. Следует напомнить, что карантин в дошкольных и учебных заведениях при превышении эпидпорога заболеваемости вводится по рекомендации главного санитарного врача. Стоит ли брать шубу, когда зимний сезон уже давно в разгаре? Компания «Белка» рекомендует покупать мех именно сейчас. Ажиотаж и суматоха новогодних праздников остались позади, и продавцы охотно пойдут вам на уступки. А еще на последней в этом сезоне выставки вятских мехов «Белка» действуют грандиозные скидки до 30%. Цены на норку начинаются от 40 тысяч рублей, и это еще без учета скидки. Ассортимент ничем не уступает началу сезона и способен угодить самым привередливым модницам. Норка, песец, мутон – более 1000 разнообразных изделий. От бюджетных вариантов из мутона до эксклюзивных из норки с отделкой куницей или чернобуркой. Любимая многими летучая мышь представлена в самых разных оттенках. Пудра, графит, жемчуг. И все это вы можете себе позволить. Ведь на любую шубу предоставляется рассрочка до 3 лет. Без первоначального взноса и переплат. Выставка «Вятские меха Белка» с 7 по 9 февраля в торговом центре ЦУМ. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 35 до минус 37. Днем от минус 22 до минус 24. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги» – такого еще не было.